Приступаем к изучению очередной вариации движения, только на этот раз движение сальса рок. И первая ее вариация. Для начала я постараюсь показать вам ее. Точнее, не постараюсь, я вам покажу ее. А теперь мы с вами приступаем к изучению вариации движения сальса рок. Просто мы с вами будем менять стороны нашего движения. Но это все по ходу действия. Мы делаем также кик правой ногой. Мы делаем кик правой ногой. Подтягиваем ногу к себе и отставляем левую ногу в сторону. Делаем кик, степ. Кик левой ногой. Подтягиваем все левую ногу. Отставляя правую ногу в сторону. Я делаю кик, подставил, отставил ногу. Кик, подставил, отставил. Что делают руки? Что руки делают то же самое, что и на кросс-степе. Я вытягиваю руки вперед, подтягиваю себе и раскрываю широко. Давайте попробуем сделать это вместе с ногами. Я делаю кик. Кик, потянул, отставил ногу. Кик, потянул, отставил. Кик, отставил. Тоже небольшим прыжочком. Кик, ку, кик, ку. Раз и два, раз и два, раз и два, раз и два. А теперь мы просто постараемся изменить направление нашего движения, отставного шага. Теперь я делаю то же самое, кик правой ногой вперед. Кик, подтягиваю и разворачиваюсь боком, отставляя левую ногу вперед. Делаю кик левой ногой, подтягиваю ногу, отставляюсь. Разворачиваюсь боком, отставляю правую ногу. Кик прямо, подтягиваем и разворачиваемся носовой. Кик. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Тем самым мы изменили направление нашего движения. До этого мы делали в сторону сальса. А теперь делаю вперед. Кик. Кик. Можно также делать по диагонали и по диагонали назад. Следующая небольшая вариация этого движения – сальса рок. Я делаю, начинаю делать кик левой ногой на счет раз, кик, выпрямляю руки, подтягиваю ногу и разворачиваюсь боком, только не поворачиваю голову назад, хорошо? Я смотрю прямо вперед, не разворачиваюсь, а разворачивается тело, разворачиваю корпус, весь переносится на правую ногу. Нога ставится полностью на стопу, только не вот так на носок, как болеть. Хорошо? Отсюда я делаю сразу же кик правой ногой, подтягиваю и делаю разворот в противоположную сторону, отставляя левую ногу. Я сделал кик, разворот, кик, разворот, кик, чуть быстрее, раз и два, раз и два, акцент, раз и два, акцент, раз и два. Одно движение. Несколько вариантов исполнения в разные стороны. Хорошо? Все, готовимся к второй вариации движения сальса рок. Сарок, 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 сарок. Переходим к второй вариации движения сальса рок. Оно действительно похоже на сальсу и было повзаимствовано из этого вида танца сальса. Я делаю шаг правой ногой вперед и левой ногой сзади я как бы подбиваю правую ногу и делаю кик сзади. Еще раз я сделал. Раз, два. Ухожу назад, отставляю ноги и то же самое делаю левой ногой шаг и делаю правой ногой кик, подбивая левую ногу сзади. Я сделал. Шаг. Кик левый, шаг, кик правый. По счету это движение будет выглядеть следующим образом. Мы начинаем на счет раз, раз, кик, два. Здесь мы добавляем три и меняем ноги, делаем кик правой ногой, четыре. Раз и два, три и четыре. Раз и два, три и четыре. Руки работают у нас как бы произвольно, но можно делать следующие движения руками.
когда я делаю кик левой ногой, я левую руку ставлю на подбородок, чтобы показать свой стиль. Отставил, то же самое, пум, пум на макушку, пум, пум, пум. Руки могут работать. Также мы можем добавить таз, но не так сильно, как сальсо работает таз. Это все-таки бибоинг, брейкинг. Мы идем. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надеюсь, вы усвоили вторую вариацию движения сальсо-рок. Так же, как и на движении кросс-степ, мы с вами попробуем поменять уровень нашего движения. Посмотрите, как оно выглядит. Мы делали до этого. Раз, и два, три и четыре. А теперь мы просто опускаемся вниз, ставим левую руку на пол. Также нога делает кик. Правой рукой беру стопу. Как бы бил по стопе. Пу. Пу. Тем самым я поменял с вами уровень сальсо-рок. Теперь попробуем соединить эти два движения. Мы сделаем верхний уровень, шаг. Раз, два, три и четыре. И переходим на низ. Делаем также кик. Ставим левую руку, левой ногой делаем кик. Бьем по стопе. И переходим в другую сторону, делаем то же самое правой рукой. Пу. Тем самым ваше движение топ-рока будет смотреться интереснее и разнообразнее.